Люди, которые живут в Москве, в городах России, да, говорят, что страх витает над всем. Над всем. То есть, и, знаете, в этом даже есть некая корпоративность. Вот мы видели, как даже люди культурной среды, людей, к которым относились прилично, превращаются в конченых подонков. А моя-то версия, что они всегда такими были, понимаете, что аппарат власти, ну, Кириенко, который себя изображал, там, либералы, уж не знаю, в каких местах, да, и вот главный подонок в администрации президента, первый заместитель главы администрации отвечает за Новороссию, да, ну, вот как, вот вы можете поверить, что вот человек перетурбировался, вот, вот с ним трансформация такая произошла. А я считаю, он был конченой крысой еще в советские годы, когда был вторым секретарем горкома ВЛКСМ в Горьком, понимаете, абсолютно ГБшная семейка, ублюдок на ублюдке. И какого не возьми, какого либерала, демократа не возьми из власти,